Слушай, какой бетон? Нам не нужен бетон, нам нужна студия, трек записать. Дебилы. И вот, дорогие друзья, случилось так, что нас теперь два. Встречайте польских интервенцев, которые сегодня пожаловали к нам для записи в нашем замечательном сингле «Гриб Дмитрий». Дмитрий, по что пожаловали? Нужно, значит. Что значит нужно? Дмитрий, зачем приехали на самом деле? Тут ситуация такая, что мы долгое время работали в режиме онлайн, но теперь наконец-то получили возможность снова собраться вместе и закончить начатые проекты. Гитару зачем взял? Для понтов. Поскольку мы прогрессивная группа, можно так сказать, мы пытаемся, естественно, вылезти за рамки привычного понимания музыки, и наш проект, самое зерно его лежит в том, что он подкрепляется аудиовизуализацией, то бишь мы снимаем на данный сингл, который мы сейчас дорабатываем и записываем, короткометражный сюжетный фильм. Он будет полностью ясно раскрывать суть, которую мы хотим передать, потому что идея заложена действительно очень глубокая, и одним лишь треком, одной лишь музыкой действительно это будет невозможно отобразить в полной мере. Вот. Ты все? Я все. Ну что, что ты закончил? Сказал, посиди секунду ровненько. Собственно, что хотели мы показать в этом ракурсе? То, что абсолютно все наше творчество проходит только через эти четыре руки и через множество вот этих вот струн и всяческих кнопок. То есть мы делаем музыку вдвоем. Два дебила — это сила. Рок-н-ролл!